We'll be right back.
Прошу прощения еще раз. Лига чемпионов бизнеса. Да, я на всякий случай отключаю микрофон. Повторюсь, значит. Лига чемпионов бизнеса – это крупнейшее в СНГ корпоративное спортивное движение, которое успешно развивается с 2010 года. Проект объединил в себе корпоративные чемпионаты по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, дартсу, большому теннису и киберспорту и является самым массовым корпоративным турниром в мире. С 2018 года в нашем киберспортивном чемпионате Лиги чемпионов бизнеса приняло участие свыше 185 уникальных компаний и 6 тысяч участников из более чем 50 субъектов Российской Федерации и 16 стран мира. В этом 12 сезоне участвуют в сражениях по 7 дисциплинам для более чем 150 команд и 1500 игроков. В дисциплине CS2 принимают участие 73 команды, рекорд, и в боевой арене Dota 2 участвуют 53 команды, рекорд, в танковом симуляторе Мир танков 21 команда, в Лиге легенд 16 команд, в PUBG 12 команд, в новой дисциплине Лиги чемпионов бизнеса Apex Legends 14 команд. В индивидуальной дисциплине Hearthstone поля сражения 64 игрока. Мы сегодня с вами посмотрим несколько матчей. Первый матч это будет... команда компании Е-Капуста, это дебютанты Лиги Чемпионов и является одна из ведущих компаний на рынке в сегменте PDL. И команда компании Advivo, дебютанты тоже Лиги Чемпионов. Advivo – провайдер высокотехнологичных решений в индустрии онлайн-развлечений. В ближайшее время мне предоставят информацию по пикам, а это означает, что мы скоро с вами будем врываться в матч. Также могу сообщить о том, что как пики появятся, я их вам напишу в чат. В ближайшее время начнем смотреть матч. Пока ожидаем.
наш генеральный партнер группа IT-компании «Ланит» представляют самый массовый корпоративный чемпионат по киберспорту. Лига чемпионов бизнеса. Сезона весна 2024. 7 дисциплин. Counter-Strike 2. Dota 2. Лига легенд. Мир танков. PUBG. Apex Legends. И Hearthstone Battlegrounds. Именно тут компании со всей России выявляют сильнейших в корпоративном киберспорте. Присоединяйся к нам и играй с лучшими. Так, сейчас мы поправим расположение команд и начнем матч. Так, а точнее уже начали матч. Сейчас все подключим, автокамеру и все остальное. Есть у нас уже разборки на миду. Open фраг для 28. Справляется ребята из Advivo с выходом на ребра. Есть два игрока на пленту, есть опора, шифич. Так, сейчас мы попривыкнем немножечко к никнеймам и будет все very good. Надо еще вернуть девайсы, мы попытаемся это сделать. Остается 28 в одиночную, и 28 делает дабл килл и выводит свою команду вперед на первой пистолетке. Шикарный раунд. Так, все ли у нас корректно? Давайте проверим. Advivo. Да, и капуста. Ребят, если что, поправьте меня. У команды Advivo ударение на I или все-таки на I? Потому что Google Translation мне сообщил, что это все-таки ударение на A. Если есть представители. На всякий случай. Так, выход уже на банан со стороны той стороны. Есть закрытие смока Сити. Хаешка на гробы и смок на церковь. Есть один опорник в пленту. Справляется с ним чипсоед. Тимофей разменивается, но минус 2 от команды Т-стороны. Ставится плент. 3 в 2 в меньшинстве. Е-капуста. Джаст царь. 42 хп имеет. Сражается. Отлично. Вот 28 с Галилом закрывает Джаст царя. Семлик делает размен. По армчик. Выход на 2-0. Касапка закрывает Самлика. Сама КС, которая молится. Нажмите на всякий случай F5, если вы с компьютера. Сейчас может и не... Просто в разных браузерах по-разному отрабатывает Twitch. Честно вам признаюсь, сам неоднократно фиксирую. Так, Advivo. Есть девайсы и хорошие. Но только в пол имеет петушок. Это пока интересный девайс. Лично для меня он позитивный. И капуста закупается. Эмкин в руках имеется. Че по гранатам? Только флешки и один смок для защиты. А вот Advivo... Так, нам надо как-то сменить позицию. Немножко посмотреть на приемку ребер. Да, спокойно выходит Advivo. Спокойно выходит на шорт. Там есть, конечно, Шивыч. Его попытались сжечь, но он сразу же откидывает смок. Фраг для 28. Еще в пол закрывает. Две машины. С чипсоедом справляется, но при этом остаются всего лишь два игрока. Е-капуста, Самлик и Тимофей. По соточке имеет. Ставится плент на пленту. И таймер бомбы начался. Сейчас очень много обновлений CS2, и как она отрабатывает будет в последнее время очень сложно понять. Честно, недавно наблюдал ситуацию, как CS2 просто крашилась из-за того, что неправильно работает CS TV.
Неоднократно даже писал техническую поддержку владельцев КСТВ, чтобы исправили эту проблему. Но они отписались, что мы знаем о проблеме, будем пытаться решать эту ситуацию. Так что, ребят, обновление — это дело такое. Так, что у нас тут по девайсам? Армчик с калашом, 28 с галилом, есть трофейная М-ка в пол, имеет ее, касапка с калашом и чипсоед с АВП. И два девайса у капуста этой М-ки, у Самлик и Тимофей. Дальше только пистолеты, но посмотрим, растягивается отвива по карте. Вот такой легкий, чуть больше, чем микро. Есть укрепление на девятке со стороны Тимофея, будет ждать ковры. Девять, нет, оттягиваются, будут встречать все-таки шорт. Есть три опорника на Б-пленте у Е-капусты с пистолетами, я так понимаю, находятся они здесь. И проверяет чипсоед банан. Получает информацию по флешке, останавливается и будет ждать. И врывается от вива потихонечку на шорт плюс ребра. Тут уже в курилке находятся два игрока от вива. Так, через размен, грубо говоря, даблпик от Тимофея производится по касапке. В большинстве защита. Счет у нас пока 3-0, и наблюдаем мы с вами четвертый раунд. Пошла перетяжка на Б-плент, на укрепление. Пол, кстати, шикарный скин модельки. Пошел раскид, либо это отвлекающий молотов, пока непонятно. Нет, все-таки стали заходить, Сити при этом не закрывается. Флешечка, Шифычки начинает реагировать и делает минус для своей команды. В пол разменивается, 3 в 4, защита в большинстве теперь нет. Снова в большинстве, чипсоед снова сравнивает 2 в 2, при этом чипсоед делает даблкилл. Бир-машина справляется с игроком Армчик. И защита берет первый. Е-капуста. Возвращаются в игру. Пол берет снова петушок. Так, так, так. Все, камера наконец-то переключилась. Это хорошо. Есть стек у касапки. И направление, скорее всего, будут двивого растягивать игроков и капусты, искать open фраг. Или будут заходить полностью через бойлер плюс ковры. Отвлекающий смок на ребер пришел на арку. Чипсоед будет отвлекать банан на себя. На рампе он находится. Пламик, ты с телефона или с компьютера? Так, закрывается лонг. В бойлер уходит бир-машин. Касапка, отвива потихонечку все-таки решили зайти под флешку, но при этом Just Царь справляется с касапкой, и бир-машин находит 28-а. Так, Армчик Just Царя закрывает, при этом 1 в 4, клатч. Попробуйте другой браузер. На данный момент могу только так посоветовать. Потому что в одном приложении у меня вот тоже подфризивает, да, трансляция, а в другом все окей. Я специально даже вот открывал. Но другой браузер — это встроенная программа OBS. Да, да, ребят, всем привет. Лига чемпионов бизнеса у вас на экранах ваших девайсов. И Е-капуста камбэчит в защите. Три тега у Адвива имеется.
И остальные это пистолетки. Решили пушить. Дает результаты. 4 в 4 команды играют. На аплент есть формация. Перетяжка. Царь-царь. Джаст-царь. Перетянулся уже на аплент. Отрабатывает с малых. И сам линк находит. Шифич. Джаст-царь. Сколько у нас он сделал уже? Минус 2 в этом раунде. Паритет. Камбэкнули ребята из Е-капусты. Вот на всякий случай я открыл трансляцию в Яндекс браузере. Ой, сам себя услышал. Ну, фризов нет. 28 уже имеет 82 хп. Чипсоед 82. Интересненько. Пострадали, но при этом выход на бэпленту от Вива. Е-капуста будет на приемке в виде двух игроков. Или там есть подсадки? Нет. Самлинг не дает чипсоеду пройти. Еще и Амчику также. Тимофей закрывает 28. И снова проблема у атаки. По ним информация плюс-минус имеется. Пошел проверять бирмашин. Второй мид. Закрывается арк с маком. И перетяжка на мид со стороны атаки. В пол уже с петушком. Петушком тут приходит. Его бирмашин закрывает. На основном миду. Так, а по поводу девайсов. Если они трясутся, исчезают и так далее. Ребят, это... проблема КСТВ, да, автокамер конкретно. И не обращайте на это внимания, я уже 100 лет на это не обращаю. А, и то, что вот эти вот фризики туда-сюда, назад, вперед, это все проблема именно КСТВ. Так, а у нас остается техничка. Это не потери пакетов, это именно сам баг игры. И все это произошло после 26 мая. Ну, там много чего произошло, честно вам скажу. Напоминаю, что Инферно — это пик команды Е-капуста. Самое главное, чтобы не фризилась картинка. Вот, ребят, это вот самое главное. Если вот именно картинка фризится, то это другой вопрос. Там повыше звук КС-ки сделать, потише меня и так далее. Пожалуйста, пишите в чат. Самлинг делает open фраг по чипсоеду. Вот такой легкий форс у Адвива, да? 20... в пол имеет, точнее, УЗИ, 28 с тегом. И захалдили, атака захалдила. Будут искать все-таки фраг для своей команды. И капусту уже сделали open фраг. И Тимофей реализует АВП. Так вот, видите, это вот КСТВ, когда нам показывают красивые ножки. Это вот все проблема КСТВ. И красивые ножки уже действуют на протяжении... ой, если я не скажу, полгода, наверное. Ну, за этим я наблюдаю уже как полгода. Это точно. Так, все ли у нас корректно? Надо будет вам включить тап на следующем раунде в начале. Закрывается с маком 9. От Вива ждет все-таки пуш. Касапку потеряли. Выход через бойлер на ребра. В курилке находится бирмашин. Жесткое в данный момент укрепление бэплента со стороны Е-капуста. Под флешку выходит самлик проверять банан и видит армчика. Делает по нему килл. Пол и 28 вдвоем будут врываться на 9. Тайминг очень уже жесткий. И стрик из 5 раундов Е-капуста делает. На своем камбэке и на своем пике. Давайте там речитативы в чат. Если есть у вас логотипы, то пишем логотипы. Поддержите свои команды. Должен матч быть шикарным, потому что это очень важный матч для
данных команд. Хаешка прилетает, чипсоед получает минус 15 хп, но он с ВП будет отрабатывать по банану. Смоук лежит на арке. Так, 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 а на подсадке курилки находится бирмашин. Он снова ждет выхода с ребер. С ланга Джаст Царь отрабатывает. В пол начинает врываться, пошел на лонг. Фатфайр откидывается. Бирмашин закрывает в пола. Армчик имеет 6 хп, очень каленый и очень опасно для него в этой ситуации, в этом раунде. А вот чипсоед пока не находит килл в связи с тем, что самлик закрывает его в этом раунде. А почему нету такого на на таких профессиональных турнирах? Потому что ребята, у них есть свои обсерверы. Да, и ребят там, наверное, человек 5. Они заранее уже знают, какие ситуации надо показывать, нажимают кнопочки, и дальше картинка отправляется комментаторам. И комментаторы уже комментируют то, что им присылает обсервер. А здесь мы в данный момент являемся и комментаторами, и обсервером самостоятельно. И чтобы не потерять... Вот, чтобы не потерять... все моменты, которые мы можем увидеть с помощью КСТВ, мы смотрим в данном варианте. Так, Тимофей делает даблкил, полностью вскрыт аплент, но при этом дефьюзинг произошелся. Пока я объяснял, пропустил целый раунд, но я надеюсь, никто не в обиде на меня. Нет, не получится. Это слишком дорогостоящее удовольствие, я бы так сказал. Так, закрывается у нас банан фаермы, и Адвива не выходит на бананы. Снова они пушат ребра, но при этом бирмашин закрывает двоих. 28 разменивается по бирмашине. 4 в 3 в меньшинстве. Адвива. Джассарь отправляется уже на следующий раунд. 3 в 3. Касапка 44 хп остается. У армчика 3. И надо срочно ставить бомбу. Это минимальная задача на данный момент. Но у Якопуса 2 игрока против 3 2 каленых. Тинтет отлетает. И самлинг находит касапку. И армчик 3 хп. По нему планту находится. Информации нет. Закрывается смоком. Бомба начинает выходить. Армчик и Тимофей отправляет его на следующий раунд. 7-3. Ее капуста камбэкнула и даже вырывается вперед на первой половине. Да-да-да, ребят, я смотрю, подтягиваются ребята. Это шикарно. Это очень хорошо. Пишите в чат, кто за кого болеет. Какие результаты ожидаете на первой карте, на пике и капуста? И что мы будем ждать на втором пике? Даст второй от Адвивы. Джаст Царь 19 хп имеет. 28 проверяет смог. Может кто-нибудь имеется, но нет при этом. Растянулись игроки атаки. Очень сильно. Тут еще жесткие, кстати, подсадки. Тимофей подсадку реализует. Закрывает 28. 5 в 4. А, ну сейчас. Сейчас сделаем зетро. Ребят, я все корректно название команд называю. Ну, от Виви надо камбэчить. Тимофей закрывает касапку. Арчик отлетает от самлика.
и большая проблема. Надо сейвить АВП чипсоеду в данном случае. И в пол, скорее всего, калаш. А вот, кстати, фаер пролетел прямо в смоук. И моментально потушился. В пол закрывает Тимофея. Теперь есть шансы выход. Но нет. Самлик тут прям жестко стоит в пленту. Шифыч. Чипсоед реализовал свое АВП по Шифычу. Музыкальное сопровождение окончания раунда. Карт. Но счет при этом 8-3. Может, надо взять какой-нибудь тайм-аут, обсудить ситуацию. От Vivi, чтобы взять еще этот раунд. Last раунд, кстати, первая половина. Не забыть нам сменить расположение игроков. И тап-то. Тап-тап-тап-тап-тап. Пока нам автокамера не показывает ситуации, такие более интересные. Ну, вот такие результаты. Есть минус от Джасаря. Минус в пол. Разменки от чипсоеда не наблюдается. Бирмашин выходит к арке, выжидает. А вот от Вива-то уже занимают ковры. Выход в бойлер. Самлинг закрывает в этот момент армчика. Твинчейтс. И моментальный минус от Касапки, но при этом подгорело. Касапка, минус 7 кп произошло. О, шикарный минус от чипсоеда с выходом на арку. Лонг вскрыт, будет контролить выход с Сити. Да, есть информация, но промах от чипсоеда, сам Линк его наказывает. Тайминг идет, бомбы. Два в два. Ситуация очень интересная. Твентиэйт справляется с Тимофеем. Касапка. Пошла хаешка. Фейк дефьюз. И Твентиэйт шарта закрывает. Опорника. В данном случае Самлинка. И 8-4 от Вива потихонечку возвращается. Нам надо с вами сделать смену сторон. Так вот, и я у себя сделаю тоже смену сторон. Все корректно, да. От Вива слева и Екапуста справа. Да, да, все окей. Самлик Шифыч. Так, а вот от Вива блокирует выход на аплент. Самлинг. Самлик. А там ударение на И, либо на А. У Самлика. Так, а вот Екапуста, кстати... Сравнивает количество игроков, делает минус по Джаст Царю и остается. Угу. 28 с двумя хп. Делает минус 3 в этом раунде. Уходит на дефьюз. И Адвива выходит на пятый. На А. А я сказал на Б? А, на А, все. Все. Самлик. Ну, давайте я на всякий случай параллельно у себя поправлю Самлика. Чтобы я прекрасно это видел. Сделаем большую букву А ему. И сделаем рефреш. Самлик. Угу, так. Ну, давайте попробуем понять ситуацию. Есть open фраг от 28 по Самлику.
Угу, есть укрепление Апленд, да. В песках находится армчик. Нафармили. Адвива просто нафармили. В данном случае игроков и капусты. И это камбэк. Это камбэк. Чипсоед пока он все берет. Трофейный калаш. Самликс с диглом будет отрабатывать этот раунд. Остальные все 4 калаша имеет Е-капуста. Пол снова с петушком. Растянулись от команда атаки по карте. И тут Джасар делает минус по чипсоеду. Open фраг для атаки имеется. Перетяжка от 28 через Сити на Бэпленд. Бомба только подбирается, потихонечку двигается, скидывается, кстати, под Б. Контролится мид и капусты, и при этом адвивы не хотят выходить на мид. Более контролит Самлик с диглом там под хаешечку. Джассар проверяет, находит голову в поло. В ответочку ответит дабл килл. 3 в 3. Армчик выходит, нет, проверил, на лонг пока никто не выходит, отвлекающая флешка, и пошел он в библиотеку. В песках находится касапка. И капуста спокойно выходит, кстати, на ребра, лонг, библиотека, армчик видит игрока, и капусты справляется с самликом. 3 в 2 в меньшинстве. Теперь еще Шифыч остается. В одиночестве при этом арпчика он закрыл. И 2 в 1. Клатч. Тайминг идет. Пискак спрятался. Прекрасно. Касапка делает минус. 7-8. Так, а я хотел посмотреть, да, кое-что. Так, тап. Тап на всякий случай, ребят, вот. Пока у нас есть техническая пауза. Кстати, пинг очень интересный. Угу. Понятно. Ну что ж, погнали, 16-й раунд. Будет ли у нас паритет, либо нет, либо Е-капуста вернется в атаке и начнут набирать раунды. Шифыч имеет УЗИ. Тимофей с тегом, Джасарь тоже с тегом. Дальше уже диглы пошли в боевой режим. А вот Адвива полностью заняли банан. Джасарь получает минус 70 хп. Будет забирать бомбочку и пошел на второй мид. Через бойлер выходит Е-капуста. Контролит армчик. Курилки плюс 28 на лангу. Халдят, но это очень опасно. Тут уже в пол подтягивается чуть ли не крампе. Прячется, будет ждать перетяжки.
И это очень-очень-очень-очень ситуация опасная для Е-капусты. Теперь требуется только заход. Гранат нет. Будут без гранат заходить. Самлик отлетает от Амчик. Амчик делает даблкил. 20 находит Джаст Царя. И Касапка находит Тимофея. Армчик закрывает этот раунд и делается паритет. Угу. Так, ну что ж, где болельщики Е-капусты? Надо поддержать своих коллег, друзей, товарищей, чтобы возвращались в боевой режим, начали набирать раунды. Что причем на своем пике. Вот сейчас, кстати, был фризик, и при этом Чипсоед закрывает Джаст Царя. Есть open фраг для защиты. Самлик попытается выйти на ребра. Будет проверять и делают ответочку 4 в 4, но моментальная размена 28. Бир-машин имеет уже 18 хп. И холд. Холд у нас наблюдается в раунде. Скидывается бомба на банане. Попытается сейчас, конечно, вот Шифыч найти минус. Нет, разменивается. Или будет готовиться к раскиду бэплента. В пол находится на подсадке. И Чипсоед Сити. Уходит он в церковь. В пол дает информацию, что как минимум пролетел смок и флешка. По нему отрабатывается. Тимофей закрывает в пола. 3 в 3, но при этом бир-машина каленая, пошла перетяжка. Игрока от Вивы. И требуется ретейк. Чё по девайсам? Калашу 28, Чипсоед СВП, Касапка с эмкой. И Е-капуста. Бир-машина калаш, Шифыч калаш, Тимофей калаш. Уже заходит, кстати, защита полностью плент. Есть дабл килл от команды от Вивы. И Чипсоед справляется с Шифычем. Тайминг уже очень жесткий. 1 в 2. Надо сейвить АВП. Бир-машина дает попытаться засейвить, но Тимофей блокирует эту ситуацию. Ребята из Адвива на следующий раунд переходят без АВП. Ну, могут закупиться. 28 это как раз и дело. Делает дроп Чипсоеду. В пол берет М-ку. И полный фул закуп Е-капусты калашами. Так, флешечки. Флешка на банан летит. Флешится Джаст Царь. Ну и Молотов там прилетает на бананчик. Пока только размены гранат идут. Бир-машина на девятке видит пятую точку у Касапки. Только Касапка пострадал. Осталось у него 66 хп. А вот флешка, кстати, в пески не залетает. Размены 4 в 4. Бир-машина выходит, настреливает в смоках. Там пытался найти минус. Но нет. 28 закрывает Тимофея. Джаст Царь. Клатч ситуация. В пол имеет Фамас. 28 калаш. Есть понимание по Джаст Царю. В пол идет. Также перетягивается Сити на ближе к банану с Фамасом. Оттягивается в плент. Джаст Царь. Ну, в данный момент у нее есть смок. Молотов. Ой-ой-ой-ой, на топл уходит на гробы. При этом справляется с опорником Б-плента. Ставится бомбочка и снова ретейк. Ну
Джасарь в церкви. 28. Говорит, будем переходить на паритет. 9-9. Так, тапочек нажмем. Твенти 25 киллов. Самлик 22 килла. Ну, команды друг другу стоят, это точно. Это точно. В пол берет свой знаменитый девайс. Шивыч, не страшно, я через пробегу через фаер, закрывает при этом двух опорников бэплента, хаешка на сити. 28 пострадал на минус 5 хп, перетяжка опорников апплента, проверяет там ребра параллельно самлик и разборки на бэпленту. 3-5, меньшинстве защита, армчикс делает 4 игроков и капусты. 4-3. Вот самлик, кстати, делает даблкил. 28 остается в одиночестве. Встреча в Библии. Трипл килл от самлика. И капуста камбэчат. Проснулись. И у нас ставится техничка. Не тайм-аут, а именно техничка. Я так могу подразумевать, что все-таки реально были проблемы на серверах, потому что раньше тайм-аут точно работал. Может, сегодня какие-то ночью обновления пролетели. Так, будет экономический со стороны Advivo. Бирмашина с УЗИ. Ну а там три калаша и Тимофей с АВП. Хаешки летят. Джаз-царь тут с калашом. Начинает пушить банан. Его моментально закрывает чипсоедка. Сапка находит минус по Шифичу. В пол закрывает бирмашину. Самлик разменится по 28. Моментально забрали отбива банан под свой контроль. Но самлик говорит, я все-таки сделаю минус по чипсоеду. Тимофей пошел проверять. Ну, два игрока и капусты каленые остаются. В пол имеет один хп. Спрятался? Нет, пошел. Буду чекать с помощью в пола. Горит касапка. 60. Ну, не туда забегает. 26 хп у него было. При этом самлик делает килл по нему. В пол с одним хп справляется с игроком. И Тимофей с 19 хп, АВП имеет информацию по армчику. Точнее, по в пол. А вот армчик находится в песках. Оттягивается в пол. Нету информации по Тимофею. Девятнадцать хп. Бомба на руках. Имеет две флешки. А вот у защиты нет гранат. Китов нет. Тайминг идет. Начинает топать. Там спрятался. Пол перестреливает Тимофея с одним хп. Трипл килл. Ой-ой-ой-ой-ой. Экономические адвивы берут. Это снова паритет. Угу. Жесткий раунд был от Advivo, это точно. Так, 28 с
фармилка, и косапка тоже с фармилкой. Уже, кстати, занимается шорт с ребрами, я так понимаю, где капуста будет выходить на аплент. Есть два опорника на лонг контроле 28. Перестрелка, бермашин закрывает девятки армчика. Красивые ножки, но это сейчас пройдет. 28 пошел проверять арку, а тут подсадка от Е-капусты, вообще никто не ожидал. Тимофей делает килл, втроем остаются игроки от Вива, но при этом чипсоед закрывает Тимофея. 4 в 3. Сомлик закрывает моментально разменчиком, Джассарь находит в поло, и Сомлик делает минус по касатке. Е-капуста снова выходит вперед. Напоминаю, что Инферно это их не пик. Чё по девайсам у защиты? Чипсоед с фармилкой. Угу. Раунд одного девайса, я бы сказал, первого уровня. В пол бежит, горит. 49 хп себе оставил от фаера. Хаешки на арку. Проверка выхода со второго меда. Никого не нашли игроки от Вива. Подсадка имеется. Контролится бэплэнд. Твинтейт ждет в курилке. С бойлера есть минус от Сомлика. По Твинтейту. Смок закрыт. Лонг полностью закрыт. Можно выходить на шорт. Перетяжка от касапки. Теперь он будет работать вместе с армчиком на пленту. Тут еще идет моментальные раскиды на Б-плент. Отвлекающий маневр от Е-капусты. Пошел пушить армчик. Очень сильно топает. О нем уже знали. И дабл пик от игроков Е-капусты. Пошла перетяжка атаки на плент. Опорник в виде касатки остается. Тоже он топает. Справляется с ним Тимофей. 5 в 2. Тимофей каленый. 22 хп имеет. Калаш на руках тоже. Ставится бомбочка. Через сити в пол тягивается к библиотеке. Да, он в нее заходит. А вот чипсоед на месте с фармилкой. Это для него, я бы сказал, наверное, сейф. С начала раунда. Бимашин находит в поло. Будет сейвить чипсоед фармилку. Но десант в виде двух игроков через сити от Е-капусты выдвигается. Кстати, могут спину его закрыть, если нам сейчас... Да, вот бирмашина как раз справляется с чипсоедом. 12-10. Мэппойнт. 28. Фармилка на руках. Чипсоед фармилка. С деньгами, к сожалению, у Адвива все печально. Хаешки летят. В пол настрелял по Тимофею, но при этом Тимофей сделал даблкил. Погибает вся команда. Защиты, и это первая карта за Е-капусту на своем пике. 13-10, и первая карта за Е-капусты. Давайте так и напишем. Да, мне надо тоже здесь ввести данные на всякий случай, чтобы я не перепутал. Счет, кстати, очень такой жесткий. Команды реально друг другу себя стоят. И я ожидаю, что на Дасте будет все-таки победа от Вивы. И мы с вами посмотрим Анубис. Это будет полный Best of 3. А сейчас мы пока с вами переходим на перерыв и ждем вторую карту.
генеральный партнер группы IT-компании «Ланит» представляют самый массовый корпоративный чемпионат по киберспорту. Лига чемпионов бизнеса. Сезона весна 2024. 7 дисциплин. Counter-Strike 2. Dota 2. Лига легенд. Мир танков. PUBG. Apex Legends. И Hearthstone Battlegrounds. Именно тут компании со всей России выявляют сильнейших в корпоративном киберспорте. Присоединяйся к нам и играй с лучшими. Так, ребята, сейчас мы сделаем правильное расположение команд. И капуста слева, и Advivo справа. Начинается у нас вторая карта, это... Пик команда Advivo Dust. Сейчас я включу КС-ку. Все, звук должен сейчас появиться. И что у нас? Advivo выходит на нижнюю темку. А прострелы со стороны Тимофея через даблдор проходят. Есть минус по бирмашину. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас... Ситуация очень интересная. Пошла перетяжка, нам надо еще поправить девайсы. Перестрелка в пол справляется с Джаст-царем. Но при этом уже самлик остается в одиночестве. Ставится плент. Попытается, конечно, справиться с самлик. Но касапка перестреливает его. 1-0 для Advivo. Все верно? Да, все верно. Да. Сейчас я перепроверю, если все. Да, наоборот, все верно. Это я тут неправильно внес данные. Надо поправить. Так. И вот так. Да, спасибо, что поправили. Скрипт, к сожалению, мне тут некорректно отработался, но вот поправил. Большое спасибо за информацию. Значит, все-таки капуста забрали не свой пик, да, а пик оппонента. Окей. Еще раз проверим. Инферно, да, пик Advivo. Даст это пик и капусты. Видать, во время свапа, когда менял, и сменились данные. Окей. 2-0 для атаки. Как у вас температура, чат? Все ли у вас хорошо? Открыли ли вы уже купальный сезон? Защита делает уже минус 2. У атаки остается 3 игрока. Самлинг имеет 19 кп. Укрепление аплента. Видит только самлика. Бэплен контролит Джаст Царь. 3 в 4. Но самлик каленый, 19 хп. Что буду делать Advivo? Минус 1 был. Ох. С одной стороны, я вам завидую, потому что где я сейчас нахожусь, находиться очень тяжело, честно скажу. Выход через верхнюю темку на B-плент. Джастсарь в одиночестве. Дает информацию. Одного закрывают в пол. Касапка моментально делает размен. 3 в 2. Меньшился я от Advivo. Закрывается окно. 28. Там 2 в 2. 28. Вот 38 хп с Галилом. Эмки есть у Е-капусты. Че по гранатам? Только хаешка. Он ретей. Хаешка полетела. Плент. Касапка на танцполе. На танцполе 20. Закрывает самлика в даблдор. Ну и был размен. И касапка забирает в свою команду третий раунд. Е-капуста, пора просыпаться. На своем пике.
Так, что по девайсам? Защита. Фармилка. Ну вот скаут не был реализован. Тимофей с пистолетом. Бирмашин тоже с пистолетом. Джессер с пистолетом. И Адвива в пол. Галил, Армчик, Калаш. Остальные тоже калаши, кроме Чипсоеда. Он с АВП. Страдает Бирмашина. 23 хп остается у него. Он был на шорте. На зиге точнее укрепление аплента. Как раз через лонг выходит Адвива. Проверяется реклама, никого нету. Бирмашина внутри плента. Дьют попадание по касатке в голову. 3 в 4. Шансы еще у Якопуста в этом раунде есть. Тимофей настреливает, наказывает Чипсоеда. Но в пол остается в одиночестве. Тимофей делает дабл килл. Заканчиваются патроны у Тимофея. Трипл килл. Вот это вам форс от Е-капусты. Так, есть трофейный калаш. Будет играть с ним Just Царь. Эко. Ну, почти раунд тегов со стороны Адвива. Спускается он уже на нижнюю втемку. Проверяется даблдор. Будет собираться информация со стороны Адвива. Армчик проверяет танцпол. Есть понимание об одном опорнике на Б-пленту. Подтягивается Тимофей. Но он будет работать через мид. С АВП. И подтягивается сам к даблдору. Все собрались на меду, я бы так сказал. На зиге работает 28. Тимофей. Да, все-таки будет отрабатывать и темку, и мид. Но при этом только в том случае, если Самлик пропустит игрока через даблдор. Зига уже занята. А через банк заход двух игроков. Шифыч! Справляется только с одним. Арчик делает ответный килл с тега. И Чипсоед с тегом отрабатывает. Не справляется с Самликом. Арчик моментально размен. 3 в 2, минус 6, Е-капуста. Самлик слышал. 28. Еще один килл, попадание в пол. Арчик остается в одиночестве. 3 килла он уже сделал. Клатч ситуация. Самлик, либо Армчик. Самлик забирает второй раунд для команды Е-капуста. 3-2. Честно скажу, я очень рад, что команды берут киты. Это очень важно, потому что в предыдущих матчах, которые я наблюдал, были раунды, когда все, вот КТ-сторона выигрывает раунд. Сделали минус 5 игроков атаки. Но не хватает там 3 секунд на раздефьюз, потому что китов не было. Вот, Вива какие левела. Ну, я бы сказал, что ровненько вместе с Е-капустой. Ну, ладно, разница есть. Есть игрок у Е-капусты десятка и восьмерка, а вот у Адвива есть девятка, но десятки нету при этом. Но игроки могут не играть на фейсите, а играть в ММ. Так что это, я считаю, не показатели. Так, 3 в 3. Бирмашин 18 хп имеет. Перестрелка 28. Закрывает Джаст Царя. 2 в 3. В меньшинстве Е-капуста. Ну, я все-таки, наверное, считаю, что Даст второй на данный момент это... Ну, в данном тире, я бы сказал, наверное, сторона КТ.
Потому что если брать тир 1 по тир 3, там, конечно, Тестер она преобладает на данный момент. Справляется 28 с Тимофеем на Сити. И остается только бир-машина на Б-пленту за машиной. Армчик чекает даблдор, находят и дабл пик от команды Адвива. Так, возвращаются Адвива в игру, берут четвертый раунд в свою копилку. Так, еще раз проверим, даст. Да. Не капуста. И плюс даст, он очень такая быстрая карта по сравнению со всеми остальными. Моментальные размены на лонгу и возле банка происходят. Потеряна бомба. 3 в 3. Самлик. 19 хп имеет. Он с АВП. Простреливают его через лонг. Касапка. И это 3 в 2. Шифыч с фармилкой. Проверяет он там параллельно мид. Ставится плент. Чипсоед ждет банк. Через зигу будет выход со стороны Якапуста. Или все-таки это сейф? Попытается, может, какой-то девайс. Девайсов нет. И плюс чипсоед не даст забрать ихние девайсы, которые лежат под банком. Нет, Шифыч пошел ретейкать, а китов-то нет. Тайминг уже очень такой сложный для дефьюзинга, если только выбить пару девайсов, либо хотя бы девайс у Адвива, но при этом не получается. Уходит в яму игроки Адвива и забирает пятый в свою копилку. Бир-машину, АВП. АВП взял. Самлик ее получает. Угу. Ну что ж, давайте смотреть. Раунд одного девайса со стороны защиты. На танцполе находится бир-машина. Его моментально закрывает армчик. Нафармил он с петушка бы. Есть минус от Самлика, вот вам и АВП, которая была перенесена. Даблкил от Самлика и даблкил от 28. 3-2 в меньшинстве, и капуста ставится плент на Б-пленту. А вот, кстати, на песках находится чипсоед и наказывает за этот джет царя, что он пошел по верхней темке. 28 Шифича находит. 6-2. Честно скажу, очень быстро раунды проходят. Прям моментально. Это вот до второй. Я не помню, как он игрался до этого, когда он был в мэп-пуле. Оху, 28, минус 2 на лонгу. Остается только Самлик с эмкой. Подходит он к смоку, а там уже и проходит, кстати, в яму. В пол настреливает. По пленту в ответочку все-таки пролетает к нему. Остается у него 16 хп. 2 в 5. И капуста проблема. Есть понимание, что это выход на А. И яма вместе с бангом. Адвива полностью заняли. Тап сейчас закончится, раунд нажму. Самлик справляется с чипсоедом, но пол моментально делает размен. Just sorry, double kill, но 28 сказал, мы заберем 7-й свою копилку. И это уже стрик из 4 раундов Адвива точно делает. Вот вам тап. Вот такая вот статистика. По кдшкам, по дэмэджу. Так, чипсоед, open фраг по Тимофею. Самлик будет со скаутом играть. Ну, для меня это муха, как просто в народе говорится. Тёмку проверяет джаз-царь, но при этом теряется Шифыч. Бир-машина с...
разменивает по полу, чипсоед закрывает самлика, и в темке разборки 28 закрывает джаст царя. Бирмашина остается один с диглом. Уходит он на мид, дабл дору. Пытается какой-нибудь девайс подобрать, нет, уходит в нижнюю темку. Бомба поставлена, на верхней темке уже находится чипсоед, ждет, мажет. Бирмашина не наказывает. И к миду подтягивается касапка. Перестрел и бирмашина. Касапку закрыл, но при этом армчик со спины через даблдор делает килл. 8-2 на первой половине. Это уже, кстати, прям жестко. Жестко со стороны Адвива. На пике Е-капусты. Встреча возле банана, ой, банана, банка и ямы, лонг, самлик через мид пуша закрывает в поло. Е-капуста решили прям по-жесткому пушить в этот раз. Самлик находит 28, не ожидала команда Адвива, что будет такой пуш. Касапка через суицид не справляется с самликом. Хаешка залетает. Чипсоед в одиночестве против 5. Будет ли эйс от чипсоеда? Минус по Тимофею произведен. И ноузом не реализован. Самлик ставит точку. Е-капуста наконец-то берут третий в свою копилку. Так, все ли у нас корректно? Да. Выделяются два игрока. Это самлик и 28 на данной карте. И это рашбэ от Адвивы. Нет, захалдили в верхней темке. Пошла переходка в нижнюю через вентиль. Через лестницу. 2-1-2. Но в любом случае, если что, самлик перетянется. И с двумя АВП играет. Защита, самлик проверяет пальму, никого не находит. Дождался выход с нижней темки. Open фраг имеет. Чипсоед 54 хп. Будет ли он ответчику? А тут мешает фаер. Для обоих игроков, я бы так сказал, чипсоед при этом успел подгореть. Оставился у него 30 хп. Самлик ждал на лесах, но никого не нашел. Перетяжка на Зигу плюс банк от Адвивы. Лон контролит бирмашина. Тимофей ждет Зигу. Фаер залетает. И реклама проверяется, никого там нету. Армчик. Есть понимание по пленту, но то, что есть двое игроков на рампе, это неизвестно. Но за это Джатсарь сделает минус по 20. Эй, тут Тимофей закрывает чипсоед, армчик трипл килл. Вот это ситуэйшн, 2 в 2, но каленые игроки от Вива. В спину приходит Шифыч. И он закрывает еще и в поло. 4-8, это уже камбэк. Так, не забыть сделать свап. Свап. И у себя свап сделать. Да. Угу. Все верно. Да, у вас тоже. Адвива слева и капуста справа. Ни в коем случае нельзя ошибаться. И это с точки зрения респауна. Это Rush B. Попытались зайти Е-капуста на B-plants. А тут касапка с полом справляются с этим выходом. Потеряна бомба. Самлик в одиночестве делает килл по касапке. В пол имеет 1 хп. Под флешечку выходит, собирает еще гранаты. Бомбу забирает. Две флешки на руках имеется. Но в пол пушит и наказывает его самлик за это дело. Чипсоед в спину выходит с беретами. И дает команде Адвива взять 9-й.
Так, ну что ж, что-то очень похоже, что это размен пиками на данный момент. Ну, посмотрим. Поддержите Е-капусту для камбэка. Сейчас экономический. У Е-капуста. Три фармилки со стороны Адвива имеется. И Фамос на руках. Касапка с эмкой. Попытается зайти Е-капуста через мид. Бомба пока ожидает выхода через банк. Может, Адвива начнет пушить, но нет. Растянулись очень сильно Адвива. А вот Е-капуста собирается на миду. Будет, скорее всего, заход через шорт. Точнее, через зигу на аплент. Темки работает самлик. Касапка понимает, что есть один игрок на миду. 28 закрывает самлика. Выход. Перестрелка. Минус армчик. Но при этом Адвива перетягивается. В пол с петушком настреливает. Так, Тимофей закрывает в пола. 4 в 2. Шифыч берет трофейный Фамос. Чипсоед перестреливает Шифыча. Тимофей сразу же подбирает Фамос. 1 в 3 уходит. Попытается сейчас чипсоед засейвиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Разменялись. 9-5. Е-капуста вроде позвонила в камбэчную. 15-й раунд у нас на экранах. Так, армчик что-то задумал. В пол получает прострел. 24 хп ему оставляют. Пушит 28 мид. Бирмашин закрывает 28, и касапка разменится по бирмашине. Еще минус под жестца. Рю делается самлик. Минус 3. Тимофей закрывает точку. Ставит точку по касапке. 9-6. Очень сильно меняется ситуация на карте. Такими темпами может быть паритет. Экономически у Адвива. Будут играть с пистолетом. Есть у чипсоета Fire. 28 уже получает прострел. Остается у него 5 хп. Под банком собрались Адвива. Пол отходит в яму. Пока холд. На холде играет Е-капуста. Армчик ждет выход зиги, но и тут в пол сейчас находит джаст царя. Можно было, конечно, стрелять по ногам, но он дальше начал двигаться. И уже было опасно, там АВП работало. Выход через зигу от Е-капусты, есть один опорник, перетягивается касапка. С рекламы будет в пол отрабатывать. Бирмашина уже в пленту делает минус по армчику. О, Тимофей закрывает в пол. Касапка, бирмашину. Самлик, дабл килл. И Джаст Царь закрывает 28. 9-7. Так, денежные средства у Адвива появляются. 28 уже берет эмку и армчик также. В пол не изменяет своему виду оружия. Не так часто увидишь этот девайс на играх. Так, армчик уходит в яму. Под банк приходит чипсоед. И выжидает тайминг Е-капуста. Чё по гранатам? Так. Ну, я, конечно, все понимаю. Вот, давайте вот так пока посмотрим. Пока автокамера там выжидает, 28. Или Джастсарь.
Гранаты у Е-капусты имеются, а вот у защиты минимальное количество гранат. Даже на ретейку это там очень сложно использовать. Угу, в пол уходит у нас в темку, а тут уже разменчики. Бир-машина закрывает чипсоеда, в ответочку там тоже пролетает от армчика. И капуста сказала бир-машине сделать минус 3. Подвива оставляет 28-а. А он на сити. Берут в клещи его. 28 не успел тайминг словить. Но перестрелять получилось. Даблкил от 20 сити. Но раунд при этом становится 9-8. Тимофей сейвит АВП. 28 М-ку. У Тимофея 13 тысяч. И этого хватит, кстати, намного. Даже сделать раздроп при необходимости. А вот у Адвивы денег нет. Им проигрывать сейчас этот раунд не рекомендуется. 28 делает open frag. Double kill. Самлик разменивается по полу. 3 в 4 в большинстве Адвива. Закрывается сити, будет выходить потихонечку тим, точнее самлик. Проходит ближе к лесам, а в смоку тусуется 28. И выход на Б. Есть опорник чипсоед. И он справляется со своей задачей, но Тимофей моментально делает размен. Касапка. А по самлику-то нет информации. Или все-таки есть? Пошел. А почему самлик не увидел ногу? Не начал делать прострел уже заранее. Ну ладно, тут размена на Б-планту, и 20 делает квадрокилл. 10-8. Адвива вернулись в матч и выходит на десяточку. Самлик и 28 ровненько идут по 22 кила. Так, фул закуп. У Е-капуста только нет АВП. Шифыч был наказан чипсоедом за выход из банка под флешку. Пол с петушком. Чекается. А, нет, туда на рекламу прилетает смок. Я думал, уже все-таки фаер прилетит, но нет. Прилетел смок. Находит чипсоед Just царя. А вот, кстати, выход на Б-плент нам пока не показали. Погибает там самлик. Бир-машина закрывает 28-а. Но Тимофей остается в одиночестве. Бомбу он, конечно, заберет, выйдя из банка. Но в данном случае может где-то еще что-то, какой-то интересный девайс лежит, можно его подобрать. Перестрелка через мид, и Анчик справляется с Тимофеем. 11-8. Так. Что по деньгам? Так, раздропы у Адвива. А что у Е-капусты? Бир-машина останется с пистолетом. Нет, берет УЗИ и 4 калаша у атаки. Смоук летит сразу на даблдор со стороны Е-капусты. Флешка на лонг прилетел со стороны защиты, но никого не видит чипсоед, потому что это выход через Зигу. Касапка отлетает на следующий раунд. Перестрелка, армчик закрывает шифич. Шифычан, там еще он и подгорел. Сейчас царь имеет 4 хп. Армчик 20. Пол опять со своим любимым девайсом. А тут не ожидал.
Бир-машина в поло, самник делает размен. И пошел выход на Б, спину прикрывает Джастсар. В 28 закрывает самлика, Тимофей разменивается, но при этом два клевных игрока капусты заходят на Б-плент. Адвива не начинает ретейк, ждут, когда установится бомба. Джастсар находит армчика, чипсейт разменивается. Ох-хо-хо, чипсейт мимо. Второй раз по касательной. 89 хп против 6. И Тимофей перестреливает чипсоеда, забирает АВП, скидывает самлику. 11-9. Такими темпами может даже будет допы. Ну что, хотим допы, ребят? А тут сразу же пуш, чипсоед закрывает самлика. Самлика. Тимофей. Бир-машина делает минус 3. Ну а Двива экономический. В пол зачем-то решил снять дополнительный девайс у пистолета. А вот Твенти справляется с одним игроком. И со вторым. 1-2, 28, 20 хп, но Шипыч закрывает его. 11-10. Глушитель зачем-то был снимал игрок Адвива. Мисклик, как говорится. 11-10. Е7-ки у защиты, калаши и АВП у атаки. А у чипсоеда тоже, кстати, АВП. Тут разборки между банком и лонком. Джассар, есть понимание по игроку. Ну, ай-яй-яй-яй-яй, Джассар мог отправиться уже на следующий раунд. Но это оказалось чуть позже. Так, застряли в дверях игроки и капусты. Так, камера, камера. У Адвивы, кстати, с точки зрения, наверное, девайсов поинтереснее в данном случае. 5-4. Зига полностью занята защитой. Тёмка контролится верхняя в полом. Пошел проверять пески. И через парапет. Бир-машина выходила и наказывает его чипсоед за это. 28 закидывает. Фаер. Подгорает, подгорает. 28. Шипыч настреливает там пару патрон. Но ситуация говорит о том, что самлик остается один с АВП. Будет он выходить на аплент. Самлик находит касапку. 1-3, клатч продолжается, в спину идет армчик. Надо, наверное, а бомбы-то на руках нет. Она на зиге, ее контролит в пол. А и времени уже не хватает поставить, он не успеет. Да, 3-4, 3 секунды, 2. 12-10 для Адвивы. По девайсам у атаки. Два УЗИ, Галил, Калаш, ВП. Фаер, конечно, пролетел на банк. И меняет направление. Выход через Зигу на аплент. Скорее всего, готовится со стороны Е-капусты. В пол тут хаешку отправляет по таймингу и попадает. Шифычу 61 и Джастсарион оставляет 75 хп. А тут 28 подпушил верхнюю темку. Нахуй закрывает Тимофея. В меньшинстве атака.
Самлик минус полуопорник. Джастсер не перестреливает касапку. Армчик закрывает Шифыча. Разминчики. И Бирмашин остается в одиночестве против троих. Перестрелка. И, ребята, мы с вами отправляемся на... И мы с вами отправляемся на третью карту Анубис. Как я и просил. Как я и просил, мы с вами Анубис сегодня увидим. Так, третья карта будет... Выбор сторон на третьей карте производится с помощью ножей. А это означает, что мы... Ух ты, как у меня камера тут забегала. Ждем ножей и будем ожидать, на какой стороне начнут команды. А пока у нас небольшой перерыв.
генеральный партнер группы IT-компании «Ланит» представляют самый массовый корпоративный чемпионат по киберспорту. Лига чемпионов бизнеса. Сезона весна 2024. 7 дисциплин. Counter-Strike 2. Dota 2. Лига легенд. Мир танков. PUBG. Apex Legends. И Hearthstone Battlegrounds. Именно тут компании со всей России выявляют сильнейших в корпоративном киберспорте. Присоединяйся к нам и играй с лучшими. Так, ну что ж, ребят, начинаем мы матч. Двива у нас, правильно? Да, будут в защите, у вас все корректно написано, да, и капуста в атаке. Так, ножи сыграли. Выход на B-плент. Так, а тут пока у нас разборки не в пользу от Вива. Ставится плент. Минус от 28-а. Чипсоед находит джаст царя. Тимофей разменится по чипсоеду. 28. Пришел с Сити. С беретами. Он слишком много сильно топает. И двойной распик. И Тимофей закрывает игрока от Вивы. Первый для атаки. Глотну немножко кефирчика, чтобы освежить свой голос. Так, ну что ж, в рукав уходят игроки и капуста в виде двух игроков. А тут, кстати, пуш. Размены 2 в 3 в меньшинстве от Вива. И армчика отлетает от Шифыча. Самлик находит в пол. 2-0. Быстрый раунд экономический от Вива. Был и уже будет закупочный для них. В пол берет свой знаменитый девайс. Ребят, как там слышно по звуку микрофона и по звуку КС-ки, все ли нормально и все ли корректно мы с вами наблюдаем? Да, и капуста справа, и Адрива слева, все окей. Разменялись команды пиками. Джацарь уже на рынке, проверяет бассейн. О, кстати, очень опасно вот этот столик. Подсадочка там очень опасная. В данный момент расположение от Вива это 2-2-1. Анубис, честно скажу вам, мне более привычный, чем Даст 2. И находит бирмашина минус в пол. Это он выходил через темку. Только сейчас стали игроки от Вива выходить с музея. Закрывает касапку. Армчик разменивается. Самлик закрывает армчика. И от Вива снова в меньшинстве, как и на предыдущем раунде. При этом бомба поставлена, Самлик берет калаш. Тимофей Сэмка отыгрывает. И очень похоже, что это сейв от Адвивы. Да, это сейв. Может попытается, конечно, сейчас выбить девайсы. Бирмашина очень, кстати, опасно прошел по воде. Мог очень много дать информации после такого прыжка. Чипсоед справляется с самликом. Там была смена девайса во время прыжка. И будет ли доблкинг? Есть. Но раунд не в их. Не его в копилку. Бирмашина закрывает чипсоеда. 3-0. Но шикарный триплкилл. Ставится вот техничка. Так, значит, какие-то есть вопросы. С сетью, либо еще с чем-нибудь.
Ребята, подскажите, вы чаще всего в Counter-Strike 2 какой мышкой пользуетесь? Беспроводной или проводной? Потому что лично я вот за проводные. Так, продолжается у нас пока техничка, она отжимается наконец-то. От Вива берут девайсы. Как я помню, сильная сторона на Анубисе это у нас с вами Т-сторона. Калаши имеются со стороны команды Е-капуста. Сапка с фармилкой вместе с напарником в полом на миду, а тут уже Тимофей проходит по воде. Есть в дефолте армчик возле музея 28. Очень мало гранат у Адвивы. В пол. Ожидал чуть-чуть попозже выхода игрока Е-капусты, потому что там был отвлекающий маневр. Так, разменщики, но 2 в 3. 28 имеет 14 хп. Очень опасный. О, чипсоед, с таким выходом очень опасно выходить. С мида на апленд. Ибермашин его наказывает за это. Поставилась бомба. 28 будет сейвить. Калаш. Предварительно будем считать, что это выход на 4-0. Так, ну что ж, смог 28 все-таки засейвить калашик на последних секундах. Стрик из 4 раундов Е-капусту берут. Дальше что? Закрывается мид с маками со стороны Е-капуста. Закупается от Вива, есть калашик трофейный, теперь он у чипсоеда. Емки на руках и в пол опять петушку. С рынка чипсайт выходит, проверяет воду. Или остается? Остается. Опа, тут же царь справляется на зиге с полом. Ну, точнее, даже даблдор. Мид захвачен атакой. И приходится делать перетяжки касапки на плент. От чипсоеда сейчас много чего зависит. Минус он первый делает. Моментальный размен от Тимофея не реализовался, но через какие-то секунды был минус. Очень быстрый раунд. 5-0. Не реализовали от Вива свои девайсы, грубо говоря. Так, и мини-форс. Мини-форс у Адвива. Сразу же пошли пушить банан. Чипсоед тут пытается перестрелять Шивчича. И справляется с Амлик. Разменивается. 28 закрывает с Амлика. Джаст царь. Армчика закрыл. Ну, тут разборки прям жесткие. 3 в 2. Мини-шестая капуста. Но при этом чипсоед закрывает Тимофея. Тимофей 28-а. О, в спину пришел бермашина, он стрелял минус 2, 6-0. Пора Двиви камбэчить. Иначе будет очень все сложно.
Пору дает. Так, раунд 2 ХВП. Вот такой раунд частенько появляется на тир 3. И бывают камбэки после таких раундов. Посмотрим, что у нас будет в этом матче на данной карте. После реализации, не реализации 2 ХВП. Есть опен фраг. Стан с пола от армчика горит. Самлик минус 4, но при этом Самлик делает минус по 28. Ну, там был дабл распик. Сплита или сплит Б. Бомба пошла проверять банан спину. Пол в музее. Выжидает. Есть информация по смоку. Чипсоед ждет. Опен фраг по Тимофею для него. И еще один килл. Вот и реализация второго АВП. Ну, точнее, даже снайпера команды от Viva. Касапка пока просто выжидает. Just Server сделал минус 2, ответочка. Калаш ситуации. Калаш против 2 АВП. Just Server не допикал и наказал его чипсоед. Трипл килл и первый раунд в копилке от Viva. Закупаются и капуста. 4 калаша, 2 и 1 АВП. А вот Advivo продолжает играть с 2 АВП. Плюс эмки, выход через банан. Бомба скинута под Б. Пока только отвлекающие смоки. Файер и чипсоед. Ну, я так понимаю, это его зачетная позиция в темке. Ну, для кого-то коннектор, для меня темка. Еще один минус. Ответочка еще от 28. Эй, дабл килл производится. Шифыч остается в одиночестве. Его моментально находят на арке. И мы отправляемся с вами на 9 раунд. 6-2. Так, по табу у нас все корректно. Да. Все корректно. Очень похоже на камбэк. Очень. Форс. От Е-капусты. Хаешечка полетела. Чипсоед. Там второй смог лишит. Он уже мешает. А касапка на девятке работает по рынку. Выход от Е-капусты на Б. Плен готовится. Спину прыг чипсоед. Пока никого не видит. Смог мешает. А рядом-то с ним есть... Это был Тимофей. Так, выход реализован. Сомлик реализует. Дигл берет девайс. Тимофей подбирает АВП. Джастсар с эмкой. Касапка остается один. Он находится на сити. На песках. На берегу. Выжидает, когда к нему кто-то придет. Попытается, конечно, на АВП засейвить. Что по деньгам? Пол 2900, армчик 3750, но сейчас еще лос-бонус, если что, может прилететь, потому что ретейка маловероятно, что будет. Касапки, конечно, желательно засейвить АВП. Его потихонечку в клещи. Клещи забирают. А самлинг не по... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бир-машина нашел касапку. Минус АВП на следующий раунд. 7-2. Кстати, что причем обе карты, когда разменивались команды, закрыли карты с 13, со счетом 13-10. Очень интересно. Так, Джассар имеет 81 хп, Тимофей 95, у всех остальных по соточке. Че по девайсам? По девайсам все пока огонь у обеих команд. 28-61 хп, а он находится у нас на миду.
Есть укрепление Б-плента в виде двух игроков. Размены. Бирмашин еще находит касапку. Закрывает чипсоеда Самлик. Шифыч нашел в поло. Армчик остается в одиночке. Очень быстрые размены. Прям за 2 секунды произошли в этом раунде. 1-4. Армчик. 1-3. Тимофей имеет 6 хп. Бомба будет ставиться на Б. Армчик ждет. Пойдет ли он на ретейк? Две флешки имеет. Файр имеет. Понимает, что бомба поставлена на Б. На музее уже Шифыч находится. Ждет. Будет чекать, кстати, мид. Нет, армчик. Армчик, скорее всего, пойдет на сейф. Оттягивается он ближе к рынку. Проверяет, но спину оставляет. И Шифыч смотрел сначала девятку, потом увидел армчика. Армчик наказал, успел развернуться, проверить спину. 1-2. Тайминг уже совсем поджимает. 8-2 в пользу Е-капуста. Пора звонить в камбэчную для Адвивы. Так. Пол берет опять свой знаменитый девайс. И 4 М-ки у Адвива. 4 калаша у Е-капусты, Самлик. СВП есть, open фраг по чипсоеду произведен. Тут проверяется рынку. Ответочка 28. По Тимофею 4 в 4. 28, 45 хп после перестрелки осталось, и выход постепенно на Б готовится. Отвлекающая флешка на рынок. Бирмашин закрывает Смоук Сити. А тут на Ценсполе уже в пол со своим любимым девайсом. Но Джаст Царь приходит вместе с напарником Стемки. Закрывает двух игроков. Касапка разменится по Шифычу. И ситуация 2-3 в меньшинстве Адвива. Надо делать ретейк. Ставится бомба. Джасарь. Бирмашина находит касапку. И Джасарь закрывает 28. 9-2. Счет очень-очень-очень-очень опасный. Ласт раунд первой половины. Цевить тут уже не требуется. Выбивать в любом случае, если будет поставлена бомба. Чипсоед с Фамосом. Фул закуп у Е-капусты. Прострел и смог. Страдает чипсоед. Кстати, 66 хп у него остается. Проверяется рынок со стороны Е-капусты. Адвива там оставляет пока только в поло. Он будет работать по-ближнему. 28. Прочекал, запушил воду. Ну и закрывает Самлика. Шифыч 51 хп после перестрелки остается. Выходит, пушит 28 еще и Шифыча. Вот это да, можно сказать, это раунд 28. Перестрелка, но Джассар вместе с Тимофеем закрывает армчика. 28, что он делает? Минус 3. Касапка поддерживает 28. Закрывает Тимофея. Есть, понимая, по Джассарю. И это 9-3. Ну что ж, камбэк. Очень возможный камбэк. Девять-три. Так, проверяем. По табу. Так, ну что ж, вторая пистолетка чипсает с береттами. Со стороны Е-капусты берет нет. Моментально врыв на Б-плент. Разменщики. Джатсарь успевает только найти в поло. 4 в 3. Тимофей разменится в 28. Касапка закрывает Тимофея моментально. 3 в 2.
Бирмашина на топол, его прекрасно слышал, но Бирмашина залетает залетный по армчику. Танцпол, касапка, самлик, моментальный размен. И один в один, береты справляются в данном случае. 9-4, а Двива возвращается в игру. Есть подозрение, что могут быть... Так, а у касапки, кстати, бизон, если я правильно помню. Берется девайс. Так, размены на миду, даблкил от пола и своего любимого девайса. Мид вскрыт, остается только один Тимофей опорником аплентает. Он на рынке, вход, грубо говоря, свободный на аплент. Перетяжка от Шифыча пошла. Через воду идет бирмашина. Ставится плент. Девятка закрыта со стороны Адвивы. Шифыч находит в пол. Забирает его девайс. 28 закрывает разменом. Шифыч минус Тимофей на бассейне. Бирмашина клатч. 1 в 3. Да, это бизон, ребята. Это бизон, все верно. Не изменяет мне память, но бизон не будет участвовать в следующем раунде в связи с тем, что касапка меняет девайс. Так, нашли, конечно, бирмашину, но оставят его в этом раунде. Не успеют дойти. Это пятый для Адвива. 9-5. Остается у нас техничка. Уважаемый чат, как вы считаете, какая самая сильная сторона на Анубисе? Вот по вашему мнению. Как и на Дасте? Понятно. Так, а тут подсадка, кстати, на Бплинту. Очень знаменитая тема. Очень часто команды из Тир 3 ее используют. Посмотрим, как она будет реализовываться. А вот Бимашин реализует свой килл с бассейна. Шифыч минус 28 из подсадки. Армчик с касапкой минус 2. Грубо говоря, размен. 3 в 3, бомба поставлена, начинается ретек. Китов нет, кстати, у Е-капусты. Прострел, смеда, джаст сорян. Тимофей еще и армчика подбирает в этом раунде. Остается касапка в одиночестве, делает минус под Тимофея. Но джаст царь сказал, за нами будет десятый. Быстрый раунд, очень быстрый. Если раскиды знать, то да, 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 да. Очень, кстати, есть шикарная тут раскидка со стороны Т-сайта. И она летит прям внутрь музея. Чаще всего закидывается как бы к выходу музея на планете Б. А тут вот прям четко на выход смоук пролетает. Шикарная раскидка. Не так часто ее используют. Тамчик страдает от своего напарника и оставляет ему 78 хп. Чипсоед сделал минус ХП, при этом он закрывает самика, джат-царь закрывает в поло, горит Тимофей, 78 хп остается, перетяжечки небольшие происходят, 4 в 4. Бомба пока ждет информацию, куда перетягивается, уходит все-таки на рукав. Тимофей ждет Зигу. Или все-таки решили Адвива выходить на Б? Неужели Б? 4 в 4.
очень долго Advil, кстати, принимает решение в данном случае. Уже разместились Е-капуста по своим позициям. Такая еще флешка на А. Касапка. Дождался пуша. Шифыч не забирает касапку, но при этом переключается на 28. Армчик приходит на помощь, закрывает Шифыча. Плентинг 2 в 3 в большинстве от Вива. Горит Тимофей, 74 хп остается. Смок лежит все по красоте на Апленту. Хаешь-то какая прилетает по армчику. Не дают начать дефьюзинг. Китов, кстати, у Е капусты нет. Как я вам говорил на втором на второй карте, очень важно иметь при себе киты. Не жалейте тратить на эти девайсы хотя бы, чтобы две штучки, но были. Одна на одном пленту, вторая на втором. 10-6. Камбэк. Камбэк от Advil'а. Эко. У Е капусты эко. Так, камера, давай-ка переключайся, нет? Не хочешь, да? Ну, тогда я сам тебя переключу. Собрали все игроки от Е-капусты в темке. Сам ли делает OpenFrag на своем экономическом. Так, где у нас тут девайсы? Девайсы пока... Сейчас царь пошел проверять. Рядом там находится, кстати, игрок. Видит он ствол и настреливает по касапке. Ответочка от армчика на банане. 3 в 4. В большинстве е капуста. Вот вам и экономический армчик страдает. Но при этом он делает минус 2, в пол его поддерживает, делает минус по Тимофею. Б-плен полностью скрыт, самлик остается в одиночестве с Галилом. Бомба поставлена, китов нет, броньки, брони нет. У защиты. И выходит. На танцпол, квадрокилл от армчика. И мы с вами перемещаемся на 18 раунд, 10-7. Напоминаю, что это Best of 3. Это решающая карта, Decider. Так, и снова камера решила нам немножечко с нами поиграться. Но мы быстренько эту ситуацию исправим. Самлик выжидает. Выход с лестницы и находит середину чипсоеда, а точнее модельки. Open фраг для Е капуста. Шифыч сдал себя полностью, армчик его за это наказывает. 4 в 4. Будет ли от Е-капусты, кстати, 2 ВП? В данный момент, конечно, это сложно судить, потому что денежных средств нету. В пол проверяет полностью рынок, никого не находит, ждет. Может, кто-нибудь будет чекать его через бассейн со столба, но нет. Гранатами печально все, только у Тимофея хаешка и флешка имеется. Тут раскид пошел в ответочку, бирмашина пошел расстреливать, но в пол оставляет... 70 хп, при этом армчик моментальный заход на Б-плен, бомба тоже здесь. Пошла перетяжка, 2 в 4. Сложновато, конечно, сейчас будет ретейк, бомба работает, абермашина, кстати, говорит, мы еще поборемся в этом раунде, 3 в 2. Ну, 28 ждет, информация, конечно, была уже... По бирмашине, и армчик еще и Тимофей находит. Трипл килл от армчика. Ага, ага. А с деньгами у защиты туго. Так, вот
В этот раз автокамера все по-человечески показала. Шифыч выходит уже на танцпол с чешкой. С тэшкой, с чешкой и так далее. Пока только размены. Ух ты, какая хаешка пролетела по троим игрокам. Джаз царь погибает от хаешки. Чипсоед от... реализует также еще АВП. Минус 3 со стороны Е-капусты. А вот Шифыч решил касапку забрать и девайс забирает. Надо уходить на сейф, но по нему информация имеется. 28 попытался сделать килл, но Шифыч наказывает его. И эта ситуация 2 в 3. Шансы теперь имеются. Еще бы какие-нибудь гранатики подобрать, но... Пол фармит бирмашину. Шифыч с калашом. Выходит он на рынок. В спину, скорее всего, будет идти чипсоед. Проверяет воду с меда. Гранат нет, броньки нету, Шифыча. Выход топает, и Янчик делает минус. 10-9, и это 4 раунда для Адвива. Вот так вот. Стрик из 4 раундов для Адвива. 10-9. Это камбэк. Кто еще? Какой камбэк? Закупается Е-капуста. Имеет только один АВП на руках. Дальше Емки. Чоп по броне. Броня окей. А вот Тимофей с одной флешкой будет отрабатывать этот раунд. Фаеры летят. Летят фаеры. Блокируются выходы на рынок. АЕшка по касатке прилетает. 88 хп остается. Чипсоед с соточкой работает по меду. А в ответочку там сам Лик 66 хп. Перестрелка дальше идет. Касапка там. Да, мы уже знаем, что он успел пострадать. Фаер пролетает на Сити. На Б-пленту также пролетает фаер на Зигу. Так, автокамера, покажите нам какой-нибудь процесс интересный в данный момент. Тут найден минус бирмашиной пленту А. 4 в 4. Угу. Пока живут все. 4-4. Не реализовался ВП. И это сплит Б. Через музей. Касапка не перестреливает Шифыча. Джаз-царь находит армчика. Шифыч еще и 28. Шифыч с пистолетом бежит, пытается ножик. Нет, нельзя так выходить к снайперу с ножом. Чипсоед его наказывает за это дело. Остается он в одиночестве, но с АВП. Бомба потеряна в музее. Попытается вот сейчас плечи набрать. А ну, зума по Тимофею Чипсоеда. И еще зум. Квадрик. Шикарно. Счет при этом 11-9. Два раунда пока взяли Е-капуста в защите, три раунда в защите брали Адвива. Все остальное берется за Т-сторону. Ну, посмотрим. Хаешка от самлика не залетает в окошечко, помешался пиксель. Собирается Адвива полностью на воде. Бирмашина, 85 хп у него остается. Дальше двигается на рынок. Остается он возле стола. Тимофей в темке. И это холд атаки. Неспешная атака в данном случае. Сам ли пошел под флешку открывать минус для своей команды в полу, за это он наказывает. Джаз царь тут страдает, 41 хп остается на меду, он находится, к нему будет вдвоем выходить. В ответку отправляет флешку, еще одна флешка, втроем будут Е-капуста контролить мид. Хотя при этом самлинг уходит в музик под Б. 28 самчиком делает минус 2 на меду. Скрытая темка. И остается Шифыч.
Но-ка, Сапка при этом сказал. Переходим на следующий раунд. 11-10. Не успел, он не успел поставить плант. 11-10. Бирмашин берет скаут. Давайте посмотрим, будет ли реализовываться скаут. Уже есть прострелы. Страдает два игрока от Вива. Тимофей справляется с переходом на следующий раунд от Чипсоеда. Сам Линк знает, что в пол рядом. Выходит, начинает настреливать. Пули летят в разные стороны, но в пол перестреливает Самлика с помощью своего трофейного девайса, я можно так сказать. А точнее, наверное, любимой фармилки. 4-2, меньшинстве капуста остается. В темке находится Шифыч, по нему уже отрабатывает касатка. Ставится плент. Предварительно выход на паритет. На второй карте мы очень часто с вами наблюдали паритет. И теперь у нас на третьей карте он появляется. И ставится техничка. Пора обсудить. Тимофей ставит техничку. Будем считать, что это тайм-аут от Е-капусты. Так, ну что ж, наверное, уже пора отжимать техничку. Или все-таки какая-то глобальная ситуация. Вот такая у нас ситуация по табу. Так, паритет. Раунд для обеих команд, я бы сказал, наверное, очень важный. Хотя Адвива, если проиграет, то они закупиться смогут. У них денежной короли вполне достаточно, там раздроп. А вот для Е-капусты это очень важно будет. Этот раунд. Разборки у нас на рынке. Перестреливает Самлик в поло. Почему Тимофей на лут? Это вопрос точно не ко мне. Это вот вы должны вот узнать у представителя команды. Каешка прилетает. 4 в 5. В большинстве Е-капуста. Подтемка уже сдвинулся, Чипсоед с АВП ждет под пуша, но при этом у Е-капусты укрепление Б-планта имеется. Прям жесткое-жесткое расположение игроков. Файер пролетает на банан. И выход через темку готовится. А тут уже Самлик пришел в спину. Закрывает Чипсоедом. Моментальный размен от 28. Шифыч. Тимофей делает минус 2.
Касапка отправляется на следующий раунд. 12-11. Ставится техничка. Ставится техничка. Первая дисциплинка была. Ну. Договорились все-таки, не зря они, я так понимаю, ставили техничку. Так, а долгая у нас, кстати, походу будет сейчас техничка, очень долгая. Так, отжимается тайм-аут, и погнали, мы с вами 24-й раунд. Либо это допы, либо это матч-пойнт. Страдает чипсоед, 75 хп имеет, хаешки летят, самлик. Защита решила сыграть 2-1-2. Ну, стандартное расположение. 28 делает open фраг для своей команды. Джет Царь покидает этот раунд. Адвива, кстати, очень правильно, шикарно поступает. Выжидает, может, кто-то из Екапуста начнут пушить. Бермашина разменялся. 4 в 4. Два, один, один. Расположение защиты. Три. Заход через мид. На плен готовится. Работает в пол по рынку. Ждет пуша. Решил все-таки прочекать. Сам отгоняют. Самника на 9. С мида. Хаешка летит. Тимофей страдает. 44 хп имеет. Даже как будто и не почувствовал. Еще одна хаешка. 31 хп. По нему начинает втроем отрабатывать. 28. Он наказывает за это дело. Но самлик разменивается, амчик закрывает самлика. 3 в 2 в меньшинстве Екапуса ставится плент. Тут на меду должна быть встреча. И Шифыч справляется с чипсоедом 2 в 2. Шанс у обеих команд есть. Но при этом, да, имеются киты. Бирмашин закрывает 28. Армчик в одиночестве против двоих. Клатч, он на рынке. Перестреливает даблкиллом. И это 2-1 в пользу Екапуста. Поздравляем Екапуста с победой. Я, Двива, не расстраивайтесь. Так, небольшой... Так, ну что ж, поздравляю я Екапусту с... Да, Екапусту с победой. Еще раз, сейчас у нас небольшая пауза. Возьмем интервью у представителя команды Екапуста. И мы вернемся, подготовимся и вернемся. Просьба подождать, не расходиться.
Сейчас, ребята, мы проверим на всякий случай звук с Дискорда. Я проверю. Окей, скажи что-нибудь. Да, всем привет. Что меня? Да. С нами победитель и представитель команды Е-Капуста. Я же надеюсь, я правильно называю, да? Да, да, все верно. Все верно. Это Beer Machine. Ну вот скажи мне, пожалуйста, вы брали Dust2, но при этом показали хороший результат на Inferno. Что же у вас на своем пике не получилось? Да, я не знаю, может, расслабились после первой. Поплыли немножечко, наверное, вот на... недооценили, может быть. Угу. Ну, не знаю, то есть мы в Dust были уверены, наоборот. Как-то не пошла игра. Ну, Dust у вас плотный был, честно вам скажу. Прям результаты интересные. Я вот, к сожалению, не помню, кто показал шикарный раунд со стороны, только экономические забрали. К сожалению, вот не помню, вы это были или ваши оппоненты. Не помнишь? С глоками из-за террористов мы, по-моему, забрали. Вы, ну это же шикарный раунд был. Вот. И расскажи, пожалуйста, по поводу Анубиса. Что именно? Почему за КТ такие сложности были? Мы ее не так много играли. То есть так, как на фейсте, так же сейчас играли. Поэтому как-то то там умрет человек, пикнет, то там умрет. Так как-то раунды, ну, в общем, К Анубису не готовились, я правильно понимаю. Ну, так побегали его на фейсе пару раз. Ну, и каждый сам что умеет, и все. Так прям... Хорошо. Нет, не особо. Окей, скажи мне, пожалуйста, кого вы ожидаете своего оппонента следующего? Так, вроде уже есть там сетка же, это, Сберлизингов. Как я понял, выходит на нас сейчас. Вы будете готовиться к матчу, да, тем более он скоро у вас начнется, как я понимаю. Матч основной, да. Да. Еще раз поздравляю вас с победой, желаю удачи, вот, тогда не задерживаю, хорошего вам дня. Спасибо, спасибо удачи. Всем, кто смотрит, болеет. Надеемся, еще увидимся на интервью. Да, приходите, показывайте результаты. Все, пока-пока. Пока. Так, ну что ж, у нас будет небольшой перерыв. В ближайшее время начнется следующий матч, он должен начаться в 15:00 по Москве. Пока у нас будет небольшой перерыв, ждем начала следующего матча. На связи.
Ну что ж, еще раз всем привет. И с вами Лига Чемпионов Бизнеса. Это крупнейшее в СНГ корпоративное спортивное движение, которое успешно развивается с 2010 года. Проект объединил в себя корпоративный чемпионат по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, дартсу, большому теннису и, конечно же, киберспорту. И является самым массовым корпоративным турниром в мире. В 2018 году в нашем киберспортивном чемпионате Лиги Чемпионов Бизнеса приняло участие свыше 185 уникальных компаний, 6000 участников из более чем 50 субъектов Российской Федерации и 16 стран мира. В этом сезоне идут сражения по 7 дисциплинам для более чем 150 команд и 1500 игроков. В дисциплине CS2 принимает участие 73 команды, рекорд в боевой арене. Dota 2 принимает участие 53 команды, рекорд. В танковом симуляторе «Мир танков» 21 команда. В Лиге Легенд 16 команд, в PUBG 12 команд, в новой дисциплине Лиги Чемпионов Бизнеса Apex Legends 14 команд, в индивидуальной дисциплине Hearthstone поле сражения 64 игрока. Ну что ж, ребята, в ближайшее время мы с вами ворвемся в матч двух команд. Это ВТБ Лизинг, лизинговая компания. Является дебютантом Лиги Чемпионов Бизнеса. И, а также вторая команда — это F+, логистическая компания, также является дебютантом Лиги Чемпионов. У нас сейчас в ближайшее время команды что у нас делают? Пока выбирают сервак, после чего мы будем уже понимать, какие, на каком сервере будут играть команды. После этого начнется пик-карт. Как пик-карт отпикается, я его отправлю вам в чат, чтобы вы знали, на каких картах будут играть данные команды. Берем тайминг и ожидаем начала матча, так что у нас небольшой, грубо говоря, перерыв перед началом.